Здание на улице Октября рассчитано почти на 300 детей. Нужно сказать, что в Сочи постоянно открываются пристройки к уже существующим детским учреждениям. А вот чтобы отдельный корпус, пока не часто. И было заявлено, открытие этого детского сада практически решит проблему очередей среди дошколят от 3 лет в этом районе. Строили 1,5 года. Старый детский сад устарел и физически, и морально. Было только одно капитальное здание. Остальные – барачного типа. А теперь здесь теплые полы в спальнях, современный пищеблок, медицинский кабинет, оборудованные физкультурные и музыкальные залы. Комфортно в новом здании будет и маломобильным гостям. Кстати, в этом детском саду будут и ясельные группы. 2 ясельные группы, куда придут детки с года 7 до 2 лет. Это большое дело. Мамам нужно работать. Поэтому мы полны новых, наверное, достижений. Мы должны будем идти только вперед. Работать нетрадиционно с детками. Сейчас у нас современные родители. Я думаю, что у нас все получится. Новоселье ждали и дети, и взрослые. Очень рады, долго ждали. Но наконец-то уже садик открылся. У нас вообще 2 деток сюда пойдут, очень ждут. Думаю, что всем будет намного комфортнее. Гораздо больше детей смогут пойти в садик. И не только воспитателям и детям будет легче, но и большому количеству родителей. Для ребенка это только радость. Я думаю, что она будет сюда бежать с удовольствием. Еще еле заберу. Власти Сочи намерены продолжать строительство дошкольных учебных учреждений. Уже разработан проект нового детского сада в поселке Лазаревское на улице Ушакова. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.